Всем привет, ребят, добро пожаловать. Здравствуйте, с вами Скифолк, и мы продолжаем прохождение, собственно, Godfall. Да. Значит, у нас сегодня великий день великих совершений. Мы сегодня мы идем убивать товарища водяного босса, которого Кобальт Кальдера там у нас, значит, живет. Стоп, Зема. Люнара Каверн. Какой-то там босс живет. Я не знаю, кто это. Кобальт Кальдера. В общем, я его так долго открывал, так долго страдал. И теперь, да, мы идем. Мы идем его валить. Тут что-то имя его не написано. Написано, что там какие-то персональные, личные войска Макроса находятся. Но я так понимаю, что босс там же будет. Наверное. Скорее всего. Может, я ошибаюсь. Может быть, все сложнее. В общем, идем туда. Да. Погнали. Должно быть интересно, кстати. В конце концов, я туда потратил, значит, 10 водяных сигилов, 10 этих земляных сигилов. Сколько мне туда еще надо было впихнуть, блин? Сейчас посмотрим, что здесь такого интересного. Тут лутецкий какой-то новый, нет? Нет, лутецкий тот же, кстати. Ничего особо не изменилось. Ой, она там какой-то спел кастует. Пафосные разговоры о том, что у нас нет времени. Мы не успеваем. Макрос растет в силе. Или сила Макроса растет. И мы не успеем его победить. И все будет плохо. Мы все умрем. Нам не спастись. Ох ты ж! А вы нормально себя чувствуете? Все, понимаю. Не дорос еще. Товарищ, ты тоже хочешь, да? Пожалуйста. Расписываемся, получаем. Ну, как бы, чтобы вы понимали, просто я 24-й, а они тут 17-го на меня лезут. Попутали, видимо, немножко товарищи. Не стоит, ребята. Ну что, ну куда? Ну, по-моему, я их просто ваншотаю. Да? Ой, а как я так Ой. Ну это избиение младенцев, на самом деле. Я не думал, что в этой игре так все на левелы завязано. Видимо, я какой-то бонусный урон им наношу. Ладно, неважно, мы сейчас их быстренько обгоним по левелам. Это не про... Точнее, они меня догонят по левелам. Search for Spirit Tether. Spirit Tether. Это где-то там, 160 метров. Сейчас поищем, да, конечно, обязательно. Все найдем, все сделаем, все могу. Без проблем. Спирит Тетя. Ну, ребята. Ребята. Давайте жить дружно как-то, ребята. Ой. Так, у меня тут какие-то проблемы с игрой. Она периодически почему-то зависает, вылетает и... Я не знаю, в чем дело, но тем не менее, продолжаем потихонечку. Вроде все нормально, вроде все прекрасно же, да? Да, на том же месте, да. Все замечательно. Вот, мы какой-то Spirit Tether надо сейчас А это, наверное, оно, да? Это похоже на Spirit Tether? А, это похоже на Spirit Tether. Понял. Оп. Ай. Тихо. Все. Я все осознал и все принял. У нас все будет нормально. Дестрой Spirit Tether, конечно же. Оп. Пожалуйста. Spirit Tether минус.
А, нужно следующий... Следующий сисютетер найти, да? Хорошо, давай. Я не знаю, имеет ли смысл мне собирать вот эти вот штучки. Я, в принципе, вообще не особо понимаю, для чего они нужны, к сожалению. Если какие-нибудь эксперты в комментариях напишут, в принципе, зачем они и для чего, было бы весьма очень даже здорово. Я, нет, в принципе, я понимаю, что они нужны для открытия брони, но я и так уже открыл броню, которую я хотел с этого реалма. А, и ничего нового я там не видел, поэтому я даже не знаю. Может, мне их вообще не собирать и забить на них немножко? Черт его знает. Или все-таки эти штуки, они нужны еще для грейда каких-нибудь пушек, может быть, этих агментаций. Агментации, кстати, я, по-моему, не пробовал еще грейдить. Надо, возможно, этим заняться. Кстати, возможно, мы этим займемся. Ой, тихо. Товарищ. Это какие-то толстенькие. Ой, очень толстенькие. У меня нету энергии. Юзани ульту, дурак. Мы сейчас умрем. Ладно, они не слабенькие, я соглашусь. Не такие уж и слабенькие, как казались. Ну, вот эти жирные, они... Они неприятные. Вот там какой-то, смотри, штука-дрюка есть. Вот это вот. А у меня щит на откате, так что, извините. Вот здесь какая-то штука-дрюка летает. Летающая была! Бум. Да нет, ты реально какой-то сумасшедший. Ты меня пугаешь вообще. Тихо. Все. Поспокойней, давай поспокойней жить в этом мире. Вот зелененькая штучка-дрючка, видите? Она вот она вкусно выглядит. Я так понимаю, мне туда. Можно мне зелененькую штучку-дрючку? Непреодолимое желание забирать все зеленые штучки-дрючки в этой... В этом мире. Ага. Санстил. Но эта штука нужна для грейда. Для грейда пушек. Но по факту мне, конечно, нужен драгонстил, а не санстил уже давно. Потому что санстил это для грейда на фиолет, а драгонстил идет на грейд легендарок. То есть, по сути, я бы мог любую пушку, подходящую по левелу мне, взять и грейдануть до оранжевого и с ней бегать и наслаждаться. Любую синюю, например, там. Любую фиолетовую. Зеленую. Угу. Я не уверен, что здесь белые есть. Хотя что-то падало когда-то белое, по-моему. В самом начале, по-моему, да? Что-то какое-то такое говнецо, но я его уже все выкинул. Здесь вроде как четкое скалирование оружия по левелам. Больше левел, больше дамаги. Все. Третьего не дано. Это финальная, да? Ну давай. Сейчас какая-нибудь задница полная будет. Ой. А ты что отлетел-то? Подожди. Да тихо. Больно. Жить хочу. Отстань. Давай, ульту. Нет ульты. Ульты нету. В смысле нет ульты? Как это нет ульты? Нет. Да что ж вы такие злые-то, изверги? Да что ж я вам сделал-то, твары? Спасибо. Ты-то куда лезешь, шмакодявка мелкая? Ты у своих братцев великих спроси, как меня убивать надо. Ёб твою мать! Ёб твою налево! Ты что ты делаешь-то? Ну так, да? Да? Как-то так, оп.
Все, шмакодявки закончились. Все нормально. Все четко, все по плану. Ага. Ага. А вот белый айтем, наверное, да? Или что это? Что я подобрал сейчас? Я не... Мне даже не написало, что я подбираю. Ну, так. Для вида, видимо. А, окей, хорошо. Я переживу. Ой. Да, Орин, останься жив. Наш план не сработает, если ты мертв. О. Блин, я не знаю, честно, кто в этой игре диалоги писал, но ему надо книги писать, знаешь, с пафосными, ну, романтические какие-нибудь, с пафосными диалогами рыцарей и этих милых дам, сидящих где-нибудь там в башне на верхушке. Ну такая дичь, да, столько пафоса вот этого всего, этого. Да, Орин, мы не сможем ничего сделать, если ты не выживешь. Ты же единственный наш спаситель, последняя надежда человечества. Без тебя ничего не получится. И это повторяют постоянно. Ну ладно. Окей. Архон Фури Рэди. А, вот мне сюда, да? Как интересно. Здравствуйте. Так это, по-моему, я иду в начало, нет? Мне кажется, я там был уже. Есть такой под... Или нет? Нет, не был. Два сундука я бы никогда не пропустил. Это не про меня вообще. Так, скиллпоинты мне еще дали, да? Давайте качнем скиллпоинты. Давайте. Это мне кажется, это очень важный момент. Сейчас у меня 5 скиллпоинтов, кстати, накопилось. Значит, shield prime. Parry or block to charge your, up your shield. When fully charged, your shield becomes a primed for 40 seconds. Parry enemies. Это, короче, парирование. Парирование — это не про меня, потому что я вообще блоком не пользуюсь в этой игре. Почему я блоком не пользуюсь в этой игре? Не спрашивайте меня, потому что вот, ну вот, просто я им не пользуюсь. Да. Ну, не знаю, ну вот, ну не лежит у меня душа пользоваться блоком в этой игре. Ну, не хочу. Мне и без него нормально. В принципе, оп. А, двойной удар, так нечестно. Где он? Короче, чтобы вы понимали, у меня ульта против вот таких чуваков оранжевых. Она наносит им какой-то сумасшедший дамаг. Вот такой вот. А куда ты делся? Принцесса, а ты куда? Подожди, а... Да нет же, ну подождите, в смысле? Мне должен был лут из него выпасть. Да не... Ну нет. Ну это типа босс. Он типа важный, ну... Но в смысле? То. Я тебя понял. Ну, в общем, наиграли меня жестким образом. Слутецким, как вы понимаете. Причем так в самом жестком образом. Что-то баганулось, и он исчез, и лут не выпал никуда. Ну. Так. Мы готовы к битве с Лунарой. Так, а, Лунара это босс, правильно? Лунара это босс. Activate Twilight Beacon это бонусные задания, нам они не нужны, нам и так нормально. Бонусные задания здесь такую хреномантию полнейшую дают. Поэтому хрен бы с ними. Так, Лунара. Поговорить со святилищем, конечно. У меня есть новости, Орин, насчет Rites of Ascension каких-то. Отлично, ты поняла, как разрушить заклинание. Конечно. Теперь, когда мы достигли Макроса, мы узнаем, как его остановить. Отлично, хранилище или санктум это, убежище. Ты молодец. Это служит великой цели. Мы молодцы. Ура! Как это мило! Да, я готов полностью. Это битва с Лунарой.
Это так опасно! Это... Что же делать? 5 драгонстила дадут, опачки. Дефит Лунара. Доброе утро. Поехали. Сюда. Видите? Сейчас поговорим. Я говорил битву с боссом? Я говорил. Говорил, значит, будет. А-а-а, как интересно. И вот это босс, типа, да? На? Что, что происходит? Ага, босс здесь, да. Так, переключаемся. Оу, щит. Оу, май. Так. Ой. Ой, какой он. Какой-то он не выглядит особо опасным, на самом деле. Ну так, ну что это? Вщух-щух-щух. Жук-жук-жух. Пошел в жопу! Я тебе сказал, пошел. Я тебе что сказал, пошел в жопу, да? Я тебе сказал, пошел в жопу. Отстань от меня. А ты можно тебя ударить? А можно тебя ударить? А можно? А что я тут? Да, да что ты от меня хочешь-то? Да отстань ты от меня! Да это, ша, это шарики, понимаете? Это во всем виноваты эти шарики. Они не дают мне... Да тихо! Я не понимаю, как к нему... Мне надо как-то сбить шарики, да? Давай под блоком. Не, под блоком не канает. Держу в курсе. Не, я вообще к нему подойти не могу. Что за прикол? Слышь ты, Лунара! Шакал вонючий! Ай, ты мракобесие ходячее! Да отстань ты! Да, тихо! Я чё я должен делать-то? Да подожди ты! Давай поговорим с тобой нормально! Что ты как лох, пидор, блин! Понимял, понимял. На тебе щитом, блин, бахнуть я вот так вот. Так, надо... Я начал понимать. Суть происходящего я начал понимать. Я как бы уже один раз умер, да? У меня есть уже план. Я, в принципе, ему следую. Значит, значит нельзя отходить от него. А он резается по ХП, в смысле? Лох! Лох, я тебе говорю, лох! Да ты... Нет, нет, ладно, ты не лох, ты не лох, ты мужик, мужик, чё? Тихо, 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 тихо! Баннер мне на место! Сюда! Пошел со своим шариком в задницу! Сюда, иди! Ты! Ты! А зачем ты меня откинул? Да нормально, все нормально! Почти нормально! Опа, это плохо, это плохо, это очень плохо! Ой, ой, ой! Ой! Да я как могу, алло! Почти завалил! Давай, 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 давай! Тихо, 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 тихо! Что происходит? Давай! Тихо, хилься, хилься, братан! Ой! Жить будем, жить будем, жить будем, братишка! Да еха твою мать! Да куда кого? Да я не могу его ударить, ты! Убей, убей, убей!
Все нормально. Все нормально. Что-то там с нашей бионической девахой происходит. У нее ей там очень плохо, на нее эфир воздействует. Так, мне там надавали айтемов. Сейчас мы все, конечно, посмотрим. Две легендарочки, как вы понимаете. Значит, чарм. Чарм — это вот эта штука, да? Да, две чармы мне дали. Одинаковых, да, наверное? Спасибо. Whenever you defeat a poisoned enemy, the remaining poison spreads to surround... Ага, когда я убиваю отравленных врагов, яд распространяется вокруг. Ну, это, конечно, прекрасно. Это, конечно, замечательно. И все, да? 68 vitality. Давай вот это 68 vitality. А синенькую, например, поменять на зеленую? Нет. Нет, нет. Синенькая не меняется. И все, да? И оружие даже никакого. Да, фиолетовое оружие. Что-то что такое фиолетовое? Ой, оранжевое оружие. Значит, кому оно нужно вообще, да? Я тебя понял. Хорошо, спасибо. Спасибо, я это очень ценю. Мне скиллпоинты дали, кажется. Один. Мало. Резистанция. Резистанция. Да, давайте резистанция. Плюс процент, или, а плюс 3% даже, да, неплохо. Поговорим. Что с тобой, подруга? Эфирия делает ее больной. Очень плохо. Орин, у нас есть проблема. Я слушаю. В общем, Макрос... У Макроса Rights of Ascension. Есть Rights of Ascension. Не знаю, что это значит. В общем, чтобы Макросу вознестись и стать богом, ему нужен эфирий. А эфирий в ней внутри. У нас какая-то проблема появилась. Мы побеждаем. И Макрос это знает. И он в отчаянии. Он знает, что если весь эфирий исчезнет, он никогда не вознесется. И спасибо нам, он это... Очень быстро заканчивается эфирий. Теперь он очень хочет рискнуть всем. И победить нас очень хочет. Хорошо. Нужно идти дальше. Up to the Azure Enclave. Азюрин Клейф, вот он, Азюрин Клейф. Это у нас что? Это следующий биом, видимо, да? Ну, следующий биом, это интересно. Пойдем. Наверное, сейчас в башенке поедем, я так понимаю. Ну, наверх или вниз. Или наверх, а хрен его знает. Наверх, наверное. К Макросу. Как мило. Ну, давай. Что-то еще здесь есть? Head to Central Tower. Не знаю, в чем проблема. Я иду в Central Tower. У меня вообще никаких преград нет. Макрос думает, что может стать богом, но он не может. Почему? Вот эти Rites of Ascension — это не для того, чтобы стать богом, а для того, чтобы принести какую-то жертву. И, в общем, он, если он вознесется, он уничтожит мир вокруг себя. Очень интересно, продолжаем всех убивать. Естественно, мы когда-нибудь его остановим. Обязательно. Ах ты мразь. Она убит. Да, нормально. Можно меня не убивать? Спасибо. Я бы пожил еще, спасибо. Да я бы пожил, говорю, еще немножко. Нет, можно? Или это так сложно сделать, да? Я бы вообще, на самом деле, не отказался бы от какой-нибудь хилочки бы тут. Какой-нибудь шарик зеленого. Нет, нет, не судьба, но... Ну и ладно, ну и не очень-то и хотелось, по факту. Ёб твою! Похилимся. На всякий случай. Ну, мало ли. Ну, чисто на всякий случай. Так, нам нужны вот эти дурынды. Вот большие дурынды. Большие дурынды — это самое опасное. Вот тут две дурынды сразу, смотри. Вот, пошли дурынды. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Опа! А я так умею. Ага. Следующий. Большую дурынду вот эту вот убить надо, однозначно. Мерзкие они все-таки какие-то. Не нравятся они мне совершенно. Ой, а я сейчас сдохну. Здрасте. А я сейчас сдохну. Ульты нету, прикинь! У-ху-ху-ху! Ульты дай. Похилься, дурак, похилься. Спасибо. Да ты что ж ты делаешь-то? Спасибо. Спасибо. Архон Фури Реди. Ага. Ульта зарядилась, кажется. Но этих мы, я думаю, раскидаем. Это, в принципе, не проблема. Вот тут еще последний какой-то остался. Лох. Самурай недоделанный. Ну куда ты свою махалку размахал? Ну что это такое? Это мы просто убили... А что, нельзя вот по голове дать, не? Давай попробуем кинуть в голову. Может, все произойдет? Очевидно же было. Ладно. Это мы, типа, путь нам преграждали, видимо. К Вознесению, например. Так. А, он же еще наш брат, конечно же. Тихо. Самурайчики, давайте поспокойнее, самурайчики. Вот так вот, давайте. Давайте дружить. Я сказал, сука, дружить. Что здесь непонятного? Ой, бля. Опасный кавайный. Так, и что у нас тут? Complete the Tower Challenge. Еще один челлендж? Давай, ладно. Ну, мы как бы в прошлом выпуске уже неплохо челленджи. А это босс. Это босс. Да, это босс. Ага, смотри, как я умею, братан. Да ты лох. Я же говорю, ты лох. Че ты? О-о-о! Срочно. Баннер ставь, дура. Баннер не готов. Ой, больно. Не. Ну не надо от меня убегать, что-то как соколява какая-то, а? Ну что-то ты как соколявка. Ты можешь вот подраться со мной? Ну подерись ты со мной, будь мужиком, алё. Да. Куда? Он опять пропал. Не, меня лишают лута всего в этой игре, понимаете? Вот всего лута, что есть в этой игре, меня лишают. Это такие дурацкие боссы, с них ничего не падает. Почему? Это несправедливо просто. Ну нельзя же так. Азур Энклейв. А в Азур Энклейве уже Макрос прям живет? Мне казалось, здесь 5 боссов до Макроса, нет? Ну, было такое ощущение, во всяком случае. Это мы что, к финалу игры приближаемся, что ли, уже? Красиво. Неплохо. Весьма. Head to Twilight Beacon.
В общем, а вас ничего не напоминает это, да? По-моему, это первая локация, в которой мы начинали игру. Очень похоже, кстати. Ой. Блин, здесь бешеные зомби. Но они, правда, слабенькие. А, и бешеные шлюхи зомби. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все нормально. Это что такое? А, вот. Айтерик филамент. Айтерик филамент. Это значит то, что мне надо, чтобы открыть следующие броники. Полтинничек мне вот таких нужен. И мы сможем открыть последние там две или три броньки. Ага, ага, понимаете, да? Ну, окей, хорошо. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. До свидания. Блин, ну этот чувак, по-моему, покруче, чем все остальные, да, пап? Сука, ну покруче, покруче, согласен. Был. Мне вот эти штучки-дрючки очень. А там я одну пропустил каким-то образом. Это каким, интересно? А, это. Да, что это? Очередная табличка какая-то. Так. На самом деле мне эта броня больше всего нравится. У него ульта самая имбовая. Она против боссов. Она уничтожает боссов, в принципе. Так, а где-то здесь, где-то тут лежит сундук. Значит, один вон туда, а один вон туда. А, вижу, все, проблем не имею. И иду к своей цели, так сказать. Здравствуйте. Не так. Да не так, кнопочка, хватит долбенить, угомонись. Раз. И вот тот, братишка, два, да? Сундучок, который может, если очень повезет, лежать. Что? Правильно. Легендарочка. Очка. Не сегодня. К сожалению. Ну что? Ну бывает. Но не сегодня. Так не сегодня. Значит, завтра. Не, ну мне казалось, я, по-моему, в начале игры сам выбил же легендарку с... Ну вот с такого сундука плюс-минус, разве нет? Ой, больно, больно. Я уже чувствую, как мне больно. Да хватит! Тихо, я сейчас сдохну. Да все, все, я понял, алло. Да не надо меня убивать, да срать. Мы можем его вот так вот сделать? Спасибо. На атомы расщепить. Неужели? Мне уж казалось, что вряд ли. Так, знаете, что я еще думаю? Мне кажется, что вот в этом мире Dragon Steel, тот самый Dragon Steel, который Dragon Steel, ну вы поняли, он должен летать где-то в облаках, да? Ну тоже так кажется. Мне бы выбить его, ну, штучек 20. Ну, 40. Ну, сколько-нибудь. Было бы здорово. Хочу прогрейдить все. Так, mission complete. Oh my. Oh, I'm so there good. Давай эту штуку подберем. Не знаю, хватит мне на броньку или нет. Посмотрим. Должно, по идее, хватить. 8 секунд. Все, давай, complete mission. Сейчас проверим. Там полтинник, по-моему, нужен на броню. Это вот эти вот, вот эти три, нет, вот эти две, вот, а вот это, а это водная, по-моему, вообще, да? Это водная, но у нее шок, ну, конечно, прикольно выглядит, стрекоза такая ушастенькая, но это шок дамаг. Но... Не.
Вот это кто? О, это танк! Блин, нет, у меня 3-4 только. Ладно, это танк, он 5, на 5% меньше дамаги вы получаете. Каких-то трех спирит-варьеров он вызывает, чтобы они помогали в бою. И вы, и близлежащие союзники получаете на 30% меньше дамаги. И каждый раз, когда вы бьете, выстреливает тремя снарядами, которые наносят 194 дамаги. А, когда меня ударяют, охренеть, ну это тупо танк. А это у нас девчонка, урон по слабым местам. Я понять не имею, что такое слабые места и как этим пользоваться. Значит, значит, когда я юзаю ульту, наносит всем 10 дамаги и открывает слабые места. Каждые 10 секунд после этого она будет открывать эти, опять этой, в эту волну и открывать слабые места. 40, плюс 40% дамаги по слабым местам. И плюс 40% к дамагу по слабым местам каждый раз, когда вы убиваете кого-то. Еще плюс 40 или что? Я не очень понимаю. Ну ладно. Но ничего такого на самом деле. Ничего такого. Вот этот прикольный чувак, волк. Но это как раз... Это как раз главный злодей, этот Макрос. Критикил хитшанс 30%, охренеть. Блин, я даже не знаю, но по факту, моя броня самая имбовая. То есть, бридж дэмэдж, это вот этот урон по желтым чувакам. Плюс 50 бридж дэмэджа. Плюс 100% по взломанным врагам. В общем, плюс 100% к каким-то тейкдаун дэмэджу. Суть в том, что как только я врубаю ульту, я могу убить всех. Вообще всех, кто есть. Вот там они все дохнут налево и направо. Мне это нравится. И при этом по мне дамаги особо почему-то не проходят. Хотя, наверное, у любого ультака работает, дамаг не проходит. Наверное. Вот. Все, ребята, значит что, на следующей серии у нас, значит, подготовка к финальному боссу, может быть, и сам босс, но вряд ли, там, скорее всего, мне нам скажут пофармить еще эти штуки, убить каких-то мини-ублюдков, миньонов и так далее и тому подобное, но мы уже близки, это важно, вот, спасибо, что смотрели, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на кнопочку с колокольчиком, увидимся в следующей серии, завтра, наверное. Да. Пока-пока.